Первое место. Васильева Александра. Второе место. Шерифуллина Злата. Лаптева Мария. Герман Анна. Николаева Софья. Третье место. Креснова Анна. Лужик Юлия. Сушкова Александра. Козлова Анастасия. Карлова Алена. Косолапова Карина. Туманова Варвара. В номинации «Надежда тренера» награждаются Шарифуллина Злата.
За волю к победе награждается Сапожникова Вероника, Гребчан Эвелина. Можно показать всем интересно, что же там такое.